С Днем знаний! Сегодня поздравил учащихся одной из столичных гимназий министр образования и науки. Ерлан Сагадеев посетил торжественную линейку. Обращаясь к родителям, он рассказал, что с этого года учащиеся вторых, пятых и седьмых классов будут заниматься по обновленной программе. В последующие 3 года к ней подключатся остальные классы. По словам министра, это позволит перейти на 5-дневку. При этом занятия сократятся до 40 минут, а продолжительность учебного дня увеличится с 6 до 7 часов. Таким образом, школьники смогут отдыхать по субботам. В странах ОСР, которые начали понимать, что изменения, которые происходят в технологиях, в науке, в экономике, они слишком быстрые, и им нужно новое поколение критически мыслящих детей. Такое новое содержание было разработано. Более того, страны ОСР договорились о принципах измерения и начали между собой конкурировать. Это так называемая ПИЗА, в которой Казахстан участвует уже 4-й год. Значит, соответственно, мы содержание новое для казахстанского образования разработали и внедрили в Назарбаев интеллектуальные школы и внимательно следили на протяжении последних многих лет. Теперь это содержание мы доводим до всех школ Республики Казахстан.